В стране, где свободу слова на словах хранят как зеницу ока, продолжаются беспорядки. В Париже тысячи людей вышли на акцию протеста против закона о глобальной безопасности. Он предусматривает запрет на распространение фото и видеоматериалов полицейских при исполнении. Порядок на улицу возвращали дубинками, водометами и перцовыми баллончиками. Перед началом потасовок и разгонов активисты начали жечь костры и бросать петарды прямо посреди дороги.